Так, ребята, я сегодня на прогулке взял охотничьи лыжи, потому что других у меня нету. Есть только вот такие, вот с таким креплением. Значит, под валенок или под такой большой сапог. Снимаю я, сейчас я посмотрю. Так, на GoPro 8. Съемка идет на 8 GoPro-шку. Аккумулятор у меня один, и тот уже старенький. Поэтому аккумулятор я снял, поставил пауэрбанк, сунул в карман и пошел. Карта памяти у меня стоит на GoPro-шке на 128 гигабайт. Снимаю я в режиме 4К, 25 FPS, 25 кадров. Так вот, этой памяти 128 гигабайт у меня будет на 2,5 часа в режиме 4К. Поэтому сегодня что? Сегодня у нас погода хорошая. Маленький ветерок, но тепло. На улице минус 5. Поэтому я просто пошел прогуляться по лесу. Ладно, вот тут вот буранка есть. Мы, наверное, по ней просто прогуляемся. А где плохо будет идти, я уже пойду на лыжах. Все, погнали, ребята. Взял с собой фотоаппарат. В рюкзаке пока лежит. Вот. Что-то маленько пофотографирую. Нет. По буранке-то плохо идти. Поэтому давайте вставать на лыжи. И пойдем на лыжах. Ладно. Так. С этого видео. Это видео может быть выставлю на Дзен. На YouTube-то я точно выставлю. А на Дзен не знаю. Но, наверное, тоже выставлю. Имейте в виду, ребята. Я комментарии с этого видео буду отключать. Потому что очень много негативных комментариев. Вот. Адекватных комментариев очень мало. Это все читать мне неприятно. Кого-то банить мне тоже как бы неохота. Поэтому я пришел к такому выводу, что комментарии видео я буду отключать. Смотрите. Понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки. Но комментировать больше всего. Комментировать мы больше не будем. Только будем смотреть. Вот. Ладно, пошли. Вот свежий след зайчика. Я не знаю, вам видно, не видно? Видно, да? Свеженький след. Надо, кстати, достать фотоаппарат. Сейчас я достану, ребята, фотоаппарат. И будем фотографировать. Сейчас я достану. Вот такой вот у меня рюкзачок РД. Рюкзак десантника. Так.
Ну что, будем фотографировать сегодня снова на Panasonic FZ Lumix. Вот, сейчас мы это все настроим. Так. А где у меня? Идем дальше. Сегодня приятно фотографировать. Не холодно, руки не мерзнут. Даже без рукавицы, вон, ребята, я хожу. Рукавицу снял. Тут тоже след зайчика, только старенький уже, припорошенный. Там вот свежий след. Заяц есть, ходит. Пока по дороге шел до леса, след лисы видел. Вот зайчик ходил. Ну, тут след-то дня два назад он ходил. Вот, похоже, след лисы. Видно, да? Ну, старый след, уже припорошенный. Я надеюсь, памяти у меня на GoPro-шке хватит на 2,5 часа. Я не думаю, что я больше буду ходить. Тут что-то какая-то битва была. И стоптано все. Кстати, ребята, взял с собой квадрокоптер Mavic Mini, ну, который недалеко летает. Не мини 2, а первый еще, Mavic Mini. Мне, в принципе, далеко не надо летать. Поэтому маленько еще ракурсы с этого квадрокоптера пофотографируем, поснимаем. Если интересно, что-то я увижу, то пофотографируем, поснимаем. Живность какая-то ходит, вон, по-моему, лиса ходила. С
след-то лисий. Маленько надо, смотрите, крепление на ногах переделать. Они у меня были отрегулированы под валенки, а сейчас у меня сапоги. Ну ладно, это не сегодня. Тихонько сегодня и так пройдусь. Все равно далеко не пойду, может километра два пройдусь. Тем более тут по буранке, не по рыхлому снегу. Да, зайка по краям бегал. Вот фотоловушки нету, можно было поставить фотоловушку. Там вот свеженькие следы. Ну, может один зайка бегает. Что у них сейчас? Гон начинается, конец февраля, начало марта. Пару себе ищут.
Вон, смотрите, ребята, свеженькие следы зайчика. Ну, наверное, все-таки один бегает здесь заяц-то. Ну, может, два парочка, да? Но никак не больше. Они набегают, все топчут. Ну, где-то свежие, утрешние следы, следы. Кормежка была, сейчас где-то сидит, спрятался. Рукавицы одел, жарко стало. Верест. Рядом с поселком с нашим хожу. Тут вот за лесом даже видно пилорама. Ну, частника ИП. Пил, лес пилят. Нам бы вот, если здесь есть дорога, нам бы, конечно, до пилорамы и туда, ближе к дому. Ну, посмотрим сейчас.
как нам пройти лучше. Может, придется возвращаться. Возвращаться бы не хотелось. Хотелось просто бы круг делать. Сейчас поглядим, дорога съездит. В Целик идти у меня желания нету. Идти в Целик. Если честно. Так.